Москва, Рима. 3 года как пользуюсь этой водичкой. Каждое утро делаю. Правда, ленюсь вымачивать. Но надеюсь, что и это буду делать постоянно. Очень нравится. Вода легкая. От отравления себя избавила. Желудок улучшение наблюдается, кишечник лучше стал работать. Ой, господи, что-то много. Это щелочная вода. Головная боль снимается у меня от этой водички. Кислотная вода очень хорошо использую, и таракашки от нее умирают. Мошки боятся тоже, наверное, где-то они кладбище себе нашли, но вот она, если тряпочки все полоскаю, посуду кислотную ополаскиваю, полы мою. После душа ополаскиваюсь обязательно и кислотной, и щелочной водой, но чаще кислотной. Вот, волосы. После того, как мне их сжигали, после химии, волосы у меня перестали выпадать. Гриппом не болею все эти 3 года, хотя дома народу много, и дочь постоянно пыталась принести, и чихала, и кашляла, но вот я от нее перестала заражаться. Сейчас, значит, вот они начинают у меня пить. Несколько аппаратов я уговорила знакомых и родственникам. Все очень довольны. Дети пьют эту водичку. Очень советую приобретать, пока у нас есть такая возможность. Я так думаю, что в наши времена это большое-большое как бы подспорье. И скидочки бывают и для нашего, для возрастных. Нейроденск приобрела. Если щелочная вода тоже, вот я смачиваю больные места, кровь останавливается, ой, кислотная кровь останавливается, а щелочная, значит, протираю кожу, лицо, ну и кислотный тоже. Вот, нейроденс снимает боль. Вот сейчас осваиваю с помощью вот сотрудника. Здесь, значит, некоторый вопрос, ответ на вопрос получил. В общем, я всем, кто старается продлить себе жизнь и улучшить здоровье, я советую приобрести. Тем более дается вот этот тестовый период. Мы практически ничего не теряем. А в нынешнее время, когда обманывают везде, обещают много, получаешь мало, это очень серьезное подспорье. Может, не понравится, можно сдать. Я ни одного аппарата не сдалась, как и приобрела, раздарила детям, внукам, соседка у меня там 2 купили. Вот, очень довольна. На дачу увезли. Правда, вот неудобно то, что большой вот этот был емкость. Ну а теперь вот этот Про, он будет удобнее в транспортировке. В общем, советую всем.